В последний день зимы, 28 февраля, в зале РКМЦ «Дуслык» был организован прекрасный весенний праздник. Чтобы посмотреть выступление участниц заключительного этапа городского конкурса «Халукай», собрались болельщики, родственники и друзья конкурсантов. Основные требования к участницам – это яркая внешность, стройная фигура, а самое главное – владение родным языком. В первом номере необходимо было коротко рассказать о себе на башкирском языке. Следующий конкурс – творческий. В нем девушкам предстояло исполнить башкирский танец или песню. Перед жюри стояла непростая задача – определить достойного победителя. Оценивались природные данные, талант и, конечно, оригинальный подход к выполнению заданий. В итоге титула «Халукай» удостоена Регина Кубагушева, студентка Кумертауского филиала ОГУ. Остальные конкурсантки стали победителями в различных номинациях.